Оба, с вами доктор Влад, и сегодня я показываю выставку новых автомобилей, автосалон. Ну, правда, это 2007 года, но тем лучше. Я надеюсь, что все эти машинки уже добрались потихонечку до России, и вы на них ездите, и тем приятнее посмотреть, с чего это все начиналось. Первый снимок это компания Dodge, вот видите, баранчик, да? Они показывают, насколько у них машина проходимая. То есть садитесь сами сюда, вот, и вас водитель повезет вот через такую горку. Ну вот видите как. Да, это дальше, вот видите, и тут, и тут. Опа, ну еще можно посмотреть, как она преодолевает различные препятствия, видите. Со своими рессорами, со своей подвеской. Опа, ну еще такая, видите, гора какая. Ну, не знаю, сколько здесь градусов, 35 точно есть. А может и больше. Так, ну вот это вот, что такое? А, ну тоже дальше. Вот, чуть-чуть подальше я отошел, видите, он запросто везет какую-то другую машину. Проходимая машина, тяжелая, хорошая, мощная. Оп, это они же. Тоже какая-то машинка грузовая. Самосвальчик, наверное. Так, тот же баранчик, видите, какой огромный. С этого все начиналось. Поэтому я снял. Please keep off the exhibit. Нельзя сюда заходить, потому что здесь вот эта штука крутится. Машинка поворачивается разными местами. Ну, там вдали Honda, там вдали джип, и туалет, и телефон. 2007 год, наверное, тогда еще были телефоны такие, сейчас-то уже нет, поди. Опа, ну вот это тоже. Тоже оттуда же из этой серии, но машина другая. Тоже Dodge. Маленький ребенок смотрит, ему ее, может быть, такую же покупать скоро. Лет через 15. Так, ну вот она. Симпатичные, все красненькие. Опс. По-моему, тоже отсюда же. Тут вот этот баранчик, огромная выставка. Огромная, вернее, экспозиция Dodge, потому что, ну что, свое. Почему бы и нет? Упс. Ну вот так вот еще мужики стоят, интересуются такими машинами. Упс. Ага, ну вот это венчик уже, видите. Эта дверь отодвигается, эта дверь открывается, вся семья помещается и поехали. Упс. Еще один венчик. Вен. Да, это все Dodge. Dodge FT штучки. Чикаго аутошоу. Куда мы пришли? Джип, что ли? Подскажите, кто знает. Нет, это... Кажется, это Nissan. Нет. Или да. Нет. Вторая буква A. Наверное, это тот же Dodge. Так, о, а эти забрались здесь. Сидят, крутят что-то. Можно, это можно. Видите, машина не крутится. Если просто так стоит, подходи, садись. Только ездить нельзя. Ездить на колясочке можно. Детей очень много здесь. Ну, вообще детей нельзя оставлять одних. Вот их с собой берут. Ну, где-то тут. Да, тоже под 40 градусов. Ничего не падает. Молодцы, ребята. А, это джип уже. Уже джип проверяет свои машины надежность. Девочка маленькая ходит, интересуется. Наверное. Тут камни вон даже какие-то наложили. А, тоже джипчик. Немножко другой. Так, это Chrysler. Это все американские машины. Солидный, здоровый. Слон такой. Популярная машина, очень популярна. На улице их полно. Это горка джиповская. Тут можно что-то посмотреть. Тетя смотрит. Упс. Вот. Поехал. Видите, как красиво. Забирается. Курить здесь нельзя, несмотря на то, что огромное помещение. Да сейчас вообще нигде нельзя курить. Крайслер. Крайслер. Это Крайслер такой. Упс. А внутри оранжевый. Ну, надо же, придумал кто-то. И открыто, видите, типа кабриолета. Опс. О.
Красавец. Какой. Так, это Ханда, что? Нет, это Land Cruiser. Стоит здесь. Вот он. Land Rover. А здесь Jaguar, Jaguar. Вот он, Range Rover. Такой большой, мощный, проходимый по Африке ездить, по саваннам, по каким-нибудь. Ну, это что, Hyundai, наверное, да? Или Honda? Нет, это Honda, Honda. У Hyundai другая буква Х. Вот она, Honda, да. Двухдверная такая, девушка возит. Вот она, какая красивая. Упс. Еще раз Honda. И еще раз Honda. Там уже сидят. И уже очередь стоит. Смотреть. Здесь вот дилеры сидят. Или... Так, вот еще одна. Или она уже была? Нет, она уже была. Это я запутался уже в первый раз. Упс, Nissan. Вот такой Nissan спортивненький, с маленьким багажником. Нам такой не подойдет. Мы не спешим, и багажник должен быть побольше. Вот еще один Nissan. О, можно забраться, поковыряться. Интересно. Ну, все так и делают, собственно. Nissan Rogue такой есть. Опс. И еще какой-то Nissan оранжевого цвета. Тетя с него пыль стряхивает. Ну а как же, чтобы блестел. Полагается. Еще Nissan. Ну, показывают в интерьере, как на нем можно приехать на берег озера. Вот так. Еще такой Nissan. Небольшой. А это побольше уже для семьи, да? Две цвета. Так, это так. Нет, это, наверное, отъезжает. А это так открывается. Хоп, упс, Тойота. Приехали мы в Тойоту, и вон, смотрите, квадроцикл в багажнике элементарно. Ну, не в багажнике, в кузове. Довез его, сел и погнал по горкам. Тут тоже всего навалили сверху. А, это, наверное... Для гольфистов кататься. Упс, ну можно и корабль повезти. Он потянет даже запросто. Такой вот катер огромный. О, так даже еще лучше получается. Упс, ну это машинка поменьше, катерок поменьше. Но скоростной, 200 сил на такую малышку, конечно, он погонит. Будет сидеть на одном хвосте на воде. Toyota Trax, вот здесь вот дальше. Все, посмотрим. Вот они, траки какие, тойотовские. Такома называется. Или Тейкома. Упс, еще один Nissan. Так, ну этот везет, он целый бульдозер какой-то, экскаватор. Cat, очень популярная фирма, строительная, строительная машина. Видите, какая платформа огромная. Тундра. Тундра такая. Опс. Это что? Ну, это тоже тундра немножко другая. Опс. Это кобра. Такая машинка. Фордовская. Форд Рейсинг. А, Рейсинг Кар. Ну, они гоняются так по стадиону. То есть зиг-зиг-зиг-зиг кругами. Наверное, так, да? Кто разбирается, подскажите. О, нет слов просто. Просто нет слов. Огроменный какой черт фордовский. О, ну и не забраться, да, мужик? Давай запрыгивай как-нибудь. Это поменьше. Это, видимо, что-то возят. Какие-то инструменты или что-то еще. Не знаю. Тут и холодильник могут припаять. Даже запросто. Вон база какая длинная. Здесь колеса и здесь колеса. Упс, ну это спортивный тоже. Симпатичный. У, здоровый зверь. Это все Форда. О, это
концепт. Я вообще-то не видел больше таких. Ну, наверное, вот решили так сделать. Видите, колеса крутятся. Интересно как. Здесь какая-то реклама. Вот так вот можно посмотреть. Видите, сколько места. Типа такси, что ли. Похоже. На маршрутку, да? Вот. И так и сзади. Видите, сколько народу может поместиться сзади. Упс. Так, это что? Это все Форды. У этого Форда такая морда. Тойота симпатичная маленькая. Сюда опять тоже нельзя вставать. Ну, закрутится. Голова закрутится, упадете. О! Тут не так машину я снимал. Вот Ковальчук, 71 номер, Москва. Какой-то русский. Толстенький такой. Вон сколько складок на затылке. А ну теперь машина просто такая. Аквариумская какая-то. Official hybrid. А, ну это гибридная машина. Это на электричестве и на бензине она катается. Ну вот таких полно сейчас уже очень Toyota. Полно. Но они какие-то непонятные и очень жесткие. Мы один раз прокатились, когда себе искали последнюю. Конечно, жесткая. Но она для этих целей предназначена. Чтобы кататься по бездорожью. Но вот это какая-то гончая. Как их? Гоночная. А, не, это багги, да? Это багги. Это кататься где-нибудь по горам, по долам. Если перевернуться, не страшно. Наверное, так. Кто разбирается, подсказывайте. Ну, это просто кузов почему-то выставили. Не знаю, почему. А остальное куда-то делось. Не довезли. Упс, вот, ну это общий план тойотовский, вот, везде люди ходят, да, Тойота очень популярна, конечно. Тут еще шире, смотрите, машинки, паузу просто делайте, я не задерживаюсь особо, чтобы ролик не был слишком длинным. Тойота Тундра, Крафтсман тоже очень популярная фирма. Здесь инструменты выпускают. Хорошие инструменты. Отвертки там разные. И всякие такие дела. Рекламу повесил. Это тоже Форд. Здоровущий. Упс. Бог его знает. Вот это, вот эти флажки. Что это означает? А, Шевроле. А почему? Ну, Шевроле, да. Ладно, это открытый кабриолетик. Шевроле. По-моему, просто открытый. Даже нету здесь этой крышечки-то. Крышечки-то нету. Опс. А, ну вот так вот еще. Да, это Шевроле. Ну вот так вот еще. Низенькая какая. Вот еще. Это что? Не угадаешь сразу. Моторола, BBC. BBS. Да. Ну вот. Такая желтенькая. Вся изрисованная. Вот еще с этой стороны. Чего только нет здесь. Ну вот это future car. Машина будущего. Не знаю, где тут сидеть. Сверху, что ли? Не разбираюсь. А вот пацан просто сидит. Американцы непосредственно. Сел, сидит, кушает. Нормально. Кто, конечно, его не сгонит, никто ему ничего не скажет. Но сидишь и сидит. Почему нет? Кушать захотел, там же сел и кушаешь. Вот тоже для детей что-то такое. Что-то такое. А, эти. Кресла разные вот для детей, для маленьких. Ну, автомобильные кресла. О, платформа огромная какая. Этот вот слон мы его видели уже. Чуть-чуть раньше. Это Форд, по-моему, опять, да. Вот так, вот такой зальчик. Ну, это кусок, конечно, зала. Тут вот Мазда. Дойдем, по-моему, где-то были Мазда у меня. Тут дальше. О, какие. Это я издалека. Ну, просто вот атмосферу, чтобы вы ощутили. Там балкончик был, я забрался. Сфоткал. О, это что за черт с крылышками? Какие-то тут крылышки. Порш, что ли? Новый какой-то. А, нет, вот Мазда есть, да, Мазда, Мазда. Вот она, Мазда. Не знаю, не видел таких. До сих пор. Это все, наверное, Мазда. Тоже.
Нет, это Hyundai. Это Hyundai, вот она. Таких много. Ну, он какой-то странный, двудверный. Да, но ездят такие сейчас уже. Я видел. Вот это она крутится просто, видите, вот она. То так, упс, не туда пошел. То так стоит, то так стоит. Так, это новое, что за паучок? Тоже Мазда, видите, крылышки такие. Маздовские. А, ну это та все крутится. Мне понравилось, как она крутится. Со всех сторон. Еще одна Hyundai. Ну, такие тоже есть. Ну, конечно, не такие раскрашенные. Мужик подкидывает, брать, не брать. Можно взять. Тоже Hyundai. Упс, Hyundai. Kia, по-моему, еще нету. Еще не добралась она. Это сейчас их очень много. А пока только Hyundai. Hyundai. Зелененькая. Она же. И это, наверное, тоже можно. Велосипеды, видите. Вести. Довез велосипед, сел. Да, Hyundai, вот она. Буква H такая. Упс. Это что у нас? Крайслер, наверное. Ага, вот там Крайслер. Бычок вот этот, баранчик. Наверное, такой Крайслер маленький. Так, Виклс. Виклс это автомобиль. Ну, как средство передвижения. Викл. Видите, как дверь открывается, интересно. Машина низенькая. Оп, еще одна. А, это я снимал самые цветные, самые разукрашенные. О, еще какой. Джипчик интересный. Все девушки твои, и сзади у него прицеп какой-то. Ну, это не скиф, точно. Какой-то другой. Опс, о, как он красиво стоит. И, наверное, мужик уговаривает, давай возьмем, давай возьмем. О, вот это зверь вообще с огнем. Хаммер такой, да? Знаете такую машину? С цепями. Ну, это для металлистов специально. О, как я со всех сторон его снял. Ну, тут тоже цепи. Красивая машина. Хаммеров много здесь. Но сейчас уже меньше что-то. Наверное, мода отошла. Да он здоровый, он прожорливый очень. Он столько бензина жрет. Упаси Господь. И это что такое? Что-то где-то я такое видел. Ну, американка какая-то. Судя по цвету и звездочкам. Упс. Что-то такое. Тоже телевизор сзади поставили. Упс. Вот мотоцикл. Это Судзуки. Ну, это по горам гонять, конечно. Для любителей. Так, что такое красненькое? Что-то такое красненькое. Не знаю, что за машина. Упс. Тоже вот видите буква. Судзука тоже такая. И я на нее забрался такой весь. Еду. Ой, какой жирный. Ужас. Сейчас я худею, конечно. Ну, в очках, конечно, круть. Джеймс Бонд. Саратовского разлива. Мужик подошел, смотрит. Тоже не худенький. Опс. Так, что это? Что это? Что это? Что это? Не знаю. По-моему, американка, судя по морде. А, полицейская машина. Ну, конечно, я снимусь. Рядом с полицейской машиной. Шевролет. Обычно вообще Форды у полиции. Ну, вот Шевролет тоже выпускают. А, ну это просто распилили вот машинку. Интересно посмотреть на распиленную вдоль. О как. Смотрит встречки, купят себе такую. Ей одну половину, ему другую. Так, что это, что это? Mitsubishi Motors. Ну, Mitsubishi, Mitsubishi. Вот, видите, как можно кресло. Раз, и все, если человек ну, с какими-то ограничениями, в передвижении. То вот можно прямо на такое кресло посадить и на остановке вытащить наружу. Это что-то электрическое. Волт. Что-то электрическое. Гибрид, наверное. Электрический. Это что у нас? Lexus. Lexus. Симпатичный. Вот такой Lexus. Они дорогие. Это тойотовский тоже Lexus.
Porsche, вот машина красивая. Спорт драйвинг скул, ага. Видите, вот здесь учат кататься на Поршах, на Porsche. Вот они все гоночные. Спайдер. Спайдер, Адидас. Чего тут только нету. Реклама какая. Ну, это уже Формула-1, наверное. А, Поршевская, видите, вот там. Поршевская Формула-1. И фары характерные. Ну, тоже Porsche, это такой. А, вот наверху. Это такой более-менее стандартный. Опс. Так, там это подальше Бентли, а это еще не Бентли. Посмотрим. Да, это Бентли уже. И это такие Бентли. Стоят красивые, вот видите, Бентли. И сюда просто так не зайдешь. Девушка стоит. Ну, вот кого-то пустили на Бентли посидеть. Ну, наверное, у человека деньги есть. Все-таки здесь такие ограничения, чтобы не поцарапали. Одна царапина будет стоить там, не знаю, 15 тысяч. Эскалад. Это Форд, что ли, Эскалад? Подсказывайте, кто знает. О, какая масенькая. Это уж не Ламборджини ли? Такая, они любят желтый делать. Не знаю. Похож. Похож. Вот и здесь тоже подняли капоты. Смотрите, какой мотор. Там одних труб целая куча. Упс. Ну, это я не знаю, как он сюда попал. Может, сам приехал, а может, привезли. Трехколесный. Шутка такая, наверное. О, ну это здоровый, конечно. Это очень здоровый трак. Опс, а вот здесь вертолеты есть, goarmy.com. Вот иди на этот сайт и посмотри, как люди служат в армии, видите, US Army. И давай, учись на вертолетчика и будешь летать на таких вертолетах. И на таких танках тоже будешь кататься. Видите, как круто, я вообще обалдел, танк поставили настоящий. Да, у него все нормально, даже пушка есть. Танк есть танк. Все. На сегодня я закончу. Надеюсь, вам понравилось. До свидания. С вами был доктор Влад.